sound way better? You're taking a little, we're taking a dinky piece that's like, eh, of whoever wrote it, and we're making it better than actually what's on the page, so. And crossover. Сейчас разбираться. Я вижу, что здесь на улице они паркуются. Знаков никаких нет, можно парковаться. Мы сейчас развернемся здесь и тоже запаркуемся. Without any further ado, can I have the Vaughan City voices? Thank you. Я не могу сказать, что тяп-ляп, да, но все такое, на скорую руку. Концерт на скорую руку. Попели.
так как это не оригинальный наш хор, да, то есть у нас в оригинале-то ходит 6-7 человек, вот, а это еще ее студенты, тихо не падать, это еще дополнительно ее студенты пришли на хор и помогали нам петь, пришли на концерт. Поэтому как бы, ну, мы все в ритме, все в такте, все как бы учатся по одинаковой стратегии, по одним и тем же нотам. Блин, ну шевелится, сейчас будет шевелиться. Да, пришли учитель, и да, и моя руководитель сказала: молодец, спасибо, что ты пришел, спасибо, что ты нам сыграл. Все сказали ему: какой ты молодец, что продолжай, значит, трудиться в этом направлении. И сказали: кто это, наш пианист такой здесь возле мамы, когда он стоял? И я говорю: да, вот наш пианист. Видишь, это же тебя пианистом называют уже. Ох, какая честь. And I'm on a higher level than that. Да, и он как бы молодец. Вышел, Идоша, ты не стеснялся. Я уже, Идоша, про левел я уже говорила. Mom, I'm on the Royal Conservatory level. Я уже, сыночек, говорила это все. Not on the red level. I'm on the Royal Conservatory level. Мы уже знаем, что ты Royal Conservatory That's level. Я уже это все сказала. Теперь еще осталось только практиковать. Так, сейчас еще найти бы стояночку людей море, потому что суббота, и все хотят вкусняшек, не только я. Вот. И по ходу дела, да, все забито. Все. Есть. Что, бейб? I'm on the higher level. They said the biggest level was 5. And the higher... Нет, biggest level, Идошечка, это 10 классов пройти, а потом там еще есть свои другие levels. And then conservatory. I passed level 10, even though I didn't even play level 10. Это очень смешно. Yeah. Royal Conservatory is like level 13. Идош, тебе еще знаешь, сколько надо практис до level 10? How much? 5 years. Wait, what? Yeah, but I'm just gonna be 13 years old. So что-то нет. Дай бог, 20 все это закончишь. Будешь учителем. Будешь играть. Или откроешь свою музыкальную школу. How the hell am I gonna raise enough money to do that? Ну, это уже второй вопрос. Папа с мамой помогут тебе его решить. Тебе главное You're gonna закончить. Be grandmas and ну, grandmas. Не, я еще Идо не собираюсь через 15 лет быть грэнма. Как-то. How nincompoops like workers can do that. Все, ладно, мы пошли в магазин. Вот сколько здесь всяких вкусняшек и рыба красная в тесте. Да убери ручку, ручку убери. У нас 17-й, вот пирожки мы сейчас возьмем с мяском. Столько вкусняшек. Вот один чебурек большой, $4. Пирожки. Всякие салатики. Вот такие. Ну, это такой маленький только отдел, в котором я нахожусь. Есть еще больше отдел. То есть там он идет туда. Далеко. Туда далеко идет. Большой. Просто нам нужны только пирожки. Габи раскрывает, мама пьет кофе с булочкой, которую Габи не захотела есть. А Габи кушает яичко. Подожди, а там же внутри еще одно яичко. Надо раскрыть это яичко еще. Как мы это яичко раскрываем? Порежем. Вот смотри, Дошка показывает как. You can just crack it open. Or I can. My hands are too slippery. Сейчас, Габи, подожди, вот папа откроет. Да, сейчас папа откроет для Габи. Аккуратненько постарайся, папа. Ой, как красиво папа открыл для Габи, смотри. Вон папа взял яичко, папа взял, сейчас для Габи откроет. Это баба Валя вам купила. Ой, какая принцессочка, посмотри. Габи, это принцесска для Габи. А ну покажи, убери ручку, мама посмотрит, убери. Ой, какая принцесса красивая. Это кто, Рапунцель или как их зовут? Анна. Анна, у нее все Анна. Все принцессы Анна. Резинка у Идошки. Что полезное? Не резинка на голову, резинка, которой стирать карандашик, когда рисуешь. Пейнтинг, да. Кушай, бусинка, кушай. Привет, друзья. Время без 10:09. Я после концерта так вот, как мы приехали,
поперекусывали, я выпила кофе, подняла видео в Facebook для моих подписчиков в Фейсбуке, чтобы был какой-то эксклюзив для них. Поэтому они первые увидят видео. Вот, так что подписывайтесь на мой, на мою Facebook-страницу LifeBlog. Одноименная, также называется блог. Мне так нравится, как я прическу себе сделала сегодня. Уложила. Вот что значит, когда уложенные волосы. Они даже так у меня красиво лежат. Я их уложила и кремчиком сверху таким смазала. Они так блестят, прям как будто они такие есть на самом деле. Прям шикарные даже. Не важно, что здесь всего 3 волосины. Я уже сейчас, конечно, смыла там макияж. Ну, макияжа не было сильно, но там глаза были накрашены, уже все это смыла. Вот. Габи уже укладывается, то есть она уже спит, Костя там ее укладывает, и Дошка тоже. Ну, на выходных попозже ложится, тем более сейчас каникулы, как бы. Костя сказал, что он хочет что-то поесть, у меня, если честно, вообще нет сил что-то готовить, разболелась к вечеру голова. Я посмотрела фильм сейчас, уже забыла, как он называется. Прикольный фильм, я вам вставлю сюда картиночку и название. Одноразовый, хороший, я его не видела раньше. Я люблю такие незамысловатые, приятные фильмы. Вот, сейчас еще вечер только начинается, поэтому еще будем смотреть что-то. Будем. Я буду что-то смотреть. Уже, если честно, я бы уже сейчас шла спать. Еще и время переводят завтра. Так вообще, интересно. Мне всегда очень тяжело. Наверняка завтра встану уже, конечно. Никто не встанет ни в 5, ни в 5.30, ни в 6. Встану, наверное, часов в 7, чтобы это как бы... По новому времени. По-старому это будет 6. Извините, что я вам зеваю. Ой, я бы сейчас на массаж. Вот сейчас такое расслабленное состояние. Я бы сейчас хотела, чтобы мне помассировали голову так с маслом. Хорошо так вот в затылке. У меня здесь что-то так болит. Чтобы меня все помассировали. Помассировали. Так хорошо, по-профессиональному. Вот. И в бассейне я бы сейчас поплавала. На улице. Ну, при том, что на улице, конечно, не минус 20, а так по-летнему. В общем, такие вот мечты. Все. Костя хочет кушать, блин. Зачем вообще придумали еду? Зачем Бог придумал желудок, которому надо кушать? Почему не подумали, что достаточно пить воды, например? Я бы с удовольствием пила только воду, и все. Чтобы все пили воду, и как бы так, чтобы это было питание человека, вода. Прикольно, что? Как бы еда есть, надо что-то подогревать, что-то там разогревать. Я мазать не хочу, нет сил. Не хочу. Даже не знаю, что придумать такое сейчас. Есть, конечно, это мясо, которое я делала вчера. Есть горох, есть колбаска, есть пирожки. Костя все это не хочет. Омлет, наверное, будет он кушать сегодня омлет. А я попью стаканчик воды, пить хочется. Наелась колбасы копченой. Вкусная, кстати, не с собаки, не вкусная. Я взяла рубленую. Какую-то рубленую колбаску такую я люблю. Взяла московскую. Взяла какая-то, по-моему, Moscow Traditional. Какая-то традиционная русская. Она была у них по скидке, недорогая, с салями. Очень вкусная. По типу столичной. Или зернистая. Не столичная, а зернистая абсолютно одно и то же. Но зернистая может больше этого жирочка, чем в столичной. Вот типа вот столичная, наверное, значит. Такую взяла. Вкусная. Голодный волк пришел. Пошла кормить. Может, что, Костя, яйца будем кушать? Нет, яйца мы вчера кушали. Как вчера? Мы не кушали яйца. Вареные мы сегодня. Это что-то было на завтрак, вареные яйца. Яйца на завтрак, яйца на ужин. А что дети сидишь вставать? А вот у моей мамы, я помню, были яйца. Угу. Это про Невское, да? Кто забыл?
Ладно, ребята, спокойной вам ночи, хороших выходных. Пока.